Здравствуйте, это канал Максимадзе. Продолжаем играть в «Как достать соседку полный гламур». И, короче говоря, на чем мы остановились? Вот этот уровень у нас следующий. Ксюша пишет статью в модный журнал. Муки литературного творчества, самый жестокий, бедная девушка ищет вдохновение у кальяна. Эх, не очень хороший способ, если честно. Может, сладкий дым подарит ей озарение? Да. Идея принтер и шреддер не только полезная техника, но и источник всевозможных добрых шуток и развлечений. Шреддер — есть такая техника, может, я не знал. Я знаю, что есть шреддер в Черепашках-ниндзя. А еще заклятый враг канала Максимазы Шред Гейм Чанел. Лучше его даже не вспоминать. Поехали. Кроме того, предлагаю поговорить во время прохождения про нынешнюю ситуацию с Ютубом, потому что она сейчас в России очень-очень-очень плачевная. Его планируется заблокировать уже в сентябре, и в этот раз, скорее всего, уже точно, потому что Ютуб уже замедлили, не знаю, на сколько процентов, но собираются к концу недели до 70 уже снизить. Даже сейчас без VPN или какой-то там каких-то танцев с бубном YouTube уже очень сложно смотреть. У меня тормозит на любом устройстве, что на телефоне, что на компьютере, что на Android TV. Мы в деревне свою игру часто смотрим с бабушкой и с дедушкой во время ужина. А теперь приходится скачивать на флешку и оттуда смотреть, потому что на Ютубе смотреть, ну, никак не получается. Так, вот это. Что это у нас? И, короче, пишите в комментах, как вы вообще к этому относитесь. Некоторые говорят, что не тормозит, но большинство говорит, что даже видео не могут загрузить на YouTube. У меня с загрузкой видео не возникло проблем, но мне некоторые на это жалуются. Подушка. Ножом разрезать, наверное. О, шарики. Чертик какой-то. Точно? А, нет, кальян не здесь. Что с чертиком делать? А, это взять надо было. Господи, что же я делаю-то? Так, ну спрячемся, пока посидим. Короче, ну так вот про YouTube. Вообще, ситуация странная, что YouTube замедлили. В принципе, я даже понимаю, почему. Вроде понимаю, а вроде и не совсем, почему хотят заблокировать YouTube. Ну, в первую очередь, потому что блокируются сейчас в стране все сайты, на которых есть запрещенный в России контент. А на YouTube очень много противороссийских видео. Хоть и в России их не смотрят у нас в основном. Это все равно как бы типа не оправдание. Нужно, значит, заблокировать этот ресурс. Но, тем не менее, но Роскомнадзор, к сожалению, не волнует нисколько, что люди потеряют от этого, так сказать, карьеру. Потому что есть успешные блогеры, которые зарабатывают на рекламе. Хоть монетизации нет, но они зарабатывают на этой площадке. И кроме того, YouTube вообще можно использовать как
действительно полезный источник для знаний, для получения знаний. Там действительно... Может, гелий все-таки в кальян? Да. А, шреддер еще есть. А, его взять можно, ничего себе. Ой. А это подменить. Теперь надо... Теперь остается понять, куда перья. А, вентилятор, может быть. Там вентилятор был, я помню. Может, надо туда перья? Сейчас разберемся, короче. Короче, YouTube в России больше пользы приносит, чем вреда. И с этим согласятся все, кто смотрит мое видео в данный момент. И поэтому его так долго до сих пор блокировать так и не решаются. Но все же это планируется сделать, и в этот раз уже в сентябре. Те, кто деньги там с YouTube получает, те, кто... то, что там полезные ролики есть, там мультики для детей, в конце концов, есть Роскомнадзор, это не волнует, скорее всего. И правительство в том числе. Ну, сквозной потолок, пол тут и, конечно же. Вот так. А вот то, что YouTube сейчас замедлили, я говорил, что не понимал, зачем это делают, какой в этом вообще смысл. Люди же продолжат им пользоваться. Пользоваться-то продолжают, но вот YouTube, этот VPN уже приходится включать, потому что невозможно просто пользоваться им. Ну, как невозможно? Очень тяжело, все тормозит. И даже понижение качества не особо помогает. Мне подписчики многие писали, что нет, это не в этом дело, это Google сервера что-то хромают. Но нет, это на самом деле это не Google сервера, это замедление, потому что... Было бы тут проблема в Google серверах, то работа, то плохо не только бы YouTube работал, а сейчас плохо работает только YouTube. Все остальные сайты работают более-менее стабильно. Рейтинг 61, никакого золота и другой награды. Но это нас не интересует. Нас интересует просто пройти уровень вообще, выполнить все пакости. Ну как все пакости? Был один, по-моему, уровень, на котором я не все пакости сделал.
Следующий уровень упражнений – спорт. Лучший способ получить отличное здоровье и прекрасное настроение. Ксюша очень внимательно заботится о своей фигуре, Митя ей поможет ей набрать отличную форму. Идея, говорят, кондиционеры очень опасные, особенно если они чем-то забиты. Да. Судя по всему, YouTube замедлили для того, чтобы люди уже готовились к его блокировке и постепенно уходили с этой платформы. Но люди, как показывает практика, люди не уходят с YouTube. А некоторые просто как-то перебиваются так. Многие, как я, включают VPN, чтобы он работал быстрее. Ну а все-таки потому, что YouTube это самый популярный видеохостинг, и ничто его не сможет заменить. Ни в ближайшее время, ни в будущее, это точно. Поехали. О, Колян. И появился еще и подвал. Возможно, еще блокировка Ютуба как бы символизируется еще тем, что типа как бы этим самым подгадить тем, кто накладывает на нас санкции. Это Google. Google-то как бы давно не торгует с Россией. Ой, а зачем я пошел туда? Вернись. Я в подвал собирался. Ладно, подождем, пока вернется наверх. Так, тренажерный зал. Ну, короче, ох, ну и машинка, блин. Да, обустроилась Ксюша наша очень даже так необычно. Чем-то кондиционер забить надо. Талык, летучий порошок. Может быть, его как раз-таки и надо туда? Я полагаю. Так, шланг. И здесь тоже есть вещи. Ну, попробуем это. Ага. Так, ну эту дымовую эту фигню надо сюда. Ой! Сюда идет. Что-то очень быстро. Ой. Будем надеяться, конечно, что YouTube не заблокирует, хотя вероятность этого, к сожалению, сейчас очень-очень велика, что его заблокируют.
Она душ принимает прям в одежке своей этой. А вот это более выгодное сюда масло машинное разлить. Вроде бы тут все сделал, наверное. Так, куда же дальше-то? В душе что-то можно же сделать, да? Перчик, наверное. Нет, не перчик. Вот это. Нет, нельзя пока туда. Обруч. Его надо взять или что надо с ним сделать? Заправка для ручки. Осталось выяснить, куда приправу надо деть. Не сюда же. Так. Сломаются, да? Ну да. Так, ну, смотрим на обруч. Куда этот приправу с перчиком потом разберемся. Ой. А, понятно. Что это делает? Странный какой-то немного график. Зачем здесь заниматься сначала? Здесь. А уже потом идти на третий этаж. А потом возвращаться опять сюда. Неужели сразу нельзя сделать все тут сначала, а потом идти наверх?
Короче, в этом эпизоде Ксюша становится все грязнее и грязнее. И помыться, видимо, тоже не удастся. Сейчас. Коляну знатный сюрприз, наверное, будет. Короче, а так, с грязной башкой пойдет к Коляну. Сейчас пройдет, да. Закончим, наверное. Нажмем на стрелочку, я не знаю, куда перец надо. А, подожди. А, может сюда? А, все, мы выяснили, куда надо эти девать. Сюрприз Коляну. А, хотя... Не, Коляну вообще пофигу, как она выглядит, наверное. А чё, подождите, я не все что ли что-то сделал? Я чё, еще что-то сделать забыл, что ли? Ну сюда-то я не. Сюда-то я не попаду. Тут Колян. А, пофигу. Закончим уровень и перейдем к следующему. Так, где тут справочник у меня такой вот? Так, Колян подарил Ксюше красивую машину. А, ну да, потому что это фигня. Теперь она стоит в гараже и притягивает Ксюшу как магнит. Пользуюсь каждой свободной минуткой, она спускается в гараж, чтобы посмотреть на новую тачку. Колян очень не сдержан. Если его чем-то огорчить, то может крушить все вокруг. О, это печально. Хотя, может быть, нам на руку сыграет. Колян на самом деле не менее страшно выглядит, чем я на самом. Голову нарисовали одну его. Неужели нельзя было нарисовать пул и туловище в том числе? Ой, что я высказал. Ой, в смысле слезть с балкона? Залезть. Наконец-то нам в нормальной одежде теперь. Более элегантный, я имею в виду. И вообще в единственной элегантной одежде, я бы даже сказал. А, он дрыхнет.
Перчик. Острый-приострый перчик. Да, ничего себе тачка. Автокондиционер, капот машины, багажник. Много чего можно сделать сразу с машиной. А, нет, подожди, он же... Она же... А, нет, подниматься не будет. Все, ладно, идем. Ой, так. Тут яйца. Каморные шарики. Зубы может. Зубы сломаются. Так, освежитель дыхания, уксус. Ну да, машинка хороша. Никто не поспорит. Причем даже элегантного цвета, как мой канал прям. И я крайне ревную, что у нее есть такая машина. Надо бы ей поднасрать как следует. Чтобы знала, кто заслуживает иметь красный цвет. Так, ну, давайте начнем что-то делать. Тут, правда, три элемента. А у нас предметов всего два. Багажником у нас что сделать нужно? Ладно, следующее. Ага, вот. Подождите, там на полке, по-моему, что-то лежало. Да, он не крушился вокруг, он просто... Ку-ку, блин. Трос какой-то тут. Ой! Сваливать надо же отсюда. А, все, кирдык. А, нет, не кирдык. Все в порядке, все в порядке. Но одну пакость я не успел, к сожалению, сделать. Придется... подождать еще немного. Что это вообще такое? Силиконовая смазка делает металлические поверхности необычайно скользкими. А, ну я понял уже, зачем он нужен. Хотя садиться на капот машины, дорогой машины, мне кажется, большой грех. Надо это доказать. Просто нам чем-нибудь помог вообще, нет? Так я помню, что она после кухни пойдет в ванну, так что у нас есть время сделать последнюю пакость в этой машине.
Так, ну вот как сработает трос, вот мне интересно. Так. А, она сейчас поедет. Или, может, я что-то не понимаю. Ну, наверное, сейчас сработает это. На компот, наверное, не будет сейчас пока садиться. Бумс. Да, вот. А рожа-то какая была? Это вообще сама брутальность. Ну ладно, ждем. А чё? А поднять слабо, да? На это Колян. Есть. Но машина вроде прочная, я не вижу, чтобы какой-то урон был нанесен. Хороша хата, да. Давайте досмотрим все-таки последнюю пакость, да закончим на этом серию. Как странно. Мужик даме должен наливать, а не наоборот. Давай, давай, быстрее. Мне уже надоело ждать, блин. Выезд из гаража. Обалденный дом, блин. У того дома, который вдалеке, какие-то окна все белые, не текстурированные. Ну, видимо, думают, что... А у этого дома нормальные окна. Ну, видимо, думают, что и так схавают. Да, блин, да кто на этот дом смотреть будет, да? Вот так и думали, наверное. Ну и зачем она опять идет туда? Разве не на машину надо смотреть? Идти. Ну. Не спускается теперь больше к машине. Я упустил свой шанс на эту пакость посмотреть. Ну ладно, давайте закончим уровень. Бывает, ничего не поделаешь. Осталось всего лишь два уровня, их мы пройдем в следующей серии. А на сегодня все. С вас лайк, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал, вступайте в ВКонтакте. До встречи в следующих видео и всем пока.